В Йемене убит бывший президент Али Абдалу Салеха. Застрелили в столице во время столкновений между его сторонниками и мятежниками-хуситами. Видеозапись, на которой запечатлен человек, похожий на бывшего президента, со смертельным ранением в голову, показал телеканал «Аль-Арабия». По неподтвержденным данным, дом экс-главы государства взорвали, а сына арестовали. Салех был президентом Йемена 30 лет, ушел в отставку в 2012-м в результате революции, известной как «Арабская весна». В последние годы в Йемене продолжается конфликт между официальными властями и военизированными формированиями хуситов.